Ваше превосходительство, господин премьер-министр, уважаемый Андрей Владимирович, дамы и господа, в первую очередь позвольте поблагодарить вас за теплый прием и гостеприимство. Для меня огромная честь быть в Республике Беларусь, в этой замечательной стране, с которой Грузию связывает многолетняя дружба. Я восхищен вашей страной и ее народом. У нас, у грузин и белорусов, много общего, что связывает нас и является залогом нашей дружбы. С удовольствием хочу отметить наше большое желание и возможность дальнейшего углубления сотрудничества. И что самое важное, нет никаких препятствий на пути развития отношений между нашими странами. Я искренне рад, что наши тесные контакты всегда основывались на уважении и взаимопонимании. На сегодняшней встрече мы рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства и других областях. Была также подчеркнута важность проведения обоюдных визитов на высшем уровне, развития правовой базы, а также дальнейшего углубления сотрудничества в сфере культуры и туризма. Мы высказали полную готовность продолжить тесное сотрудничество в международных организациях. Наши страны обладают большим потенциалом в плане дальнейшего расширения экономических связей. В целях содействия данному процессу создана межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Очередное заседание, которое запланировано провести в текущем году. В компетенцию комиссии входит дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества и ее расширение по различным направлениям, в том числе в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, производства, туризма по высоким технологиям. На встрече с премьер-министром мы рассмотрели ряд важных вопросов и наметили пути дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления двусторонних отношений. Мы также рассмотрели сотрудничество в области транспорта и рассмотрели инициативу «Шелкового пути». В этом плане мы наметили пути обеспечения более активного участия Грузии и Республики Беларусь в этом процессе. Мы обсудили также и другие важные вопросы, например, как использовать выгодное расположение наших стран в транспортных коридорах. Я еще раз подтвердил господину премьер-министру, что Грузия всегда была и будет надежным партнером Республики Беларусь. Уважаемый господин премьер-министр, от имени правительства Грузии хочу поблагодарить вас за теплый прием, оказанный нам и всей грузинской делегации. Искренне надеюсь приветствовать вас в Грузии в ближайшее время. Спасибо.